Петр Курешов, телеведущий, актер, бессменный ведущий интеллектуальной викторины «Своя игра». Скажите мне, чем будем играть? Денюжки, ручки, вино? Вообще-то я предпочел бы на вино, как говорит моя дочь, на элитное бухлишко. Первая рубрика, которую я вам готова сегодня предложить, рубрика «Святая мода». Сколько даете? Пол бутылки какой-нибудь... Самогончика, давай. Пол бутылки самогончика за моду. Цвет настроения. Я понял ваш подвох. Есть такая песня, ее поет Филипп Киркоров. Я знаю. Синий. Какой цвет? Синий. Да. Цвет настроения синий. Чего было мало у Ольги Бузовой? Осведомленности. Можно я так отвечу? IQ, может быть, да? Об этом как-то принято говорить. И, в общем-то, невысокий IQ Ольги Бузовой, он очень хорошо капитализируется Ольгой Бузовой. И весьма вероятно, что она делает вид, что у нее низкое IQ и низкая осведомленность. Вы мне должны бутылочку красного. Договорились? Хорошо. Последняя рубрика «Молодежь и общество». Ставлю бутылку все того же самогона. Итак, Петр, гнойный. Гнойный. Слава КПСС. Я вот более чем уверен, что я один из тех вот 10-50-летних людей, которые в состоянии процитировать 40 строчек из «Оксимирона». «Не надо им было тебя волочить за рубашку до виселицы, но что ж тебе, гаду, не имется никак? Давай веселись и не ссы». Может быть, достаточно? Не, еще мне нравится. Я преданный фанат, я буду болеть за вас. И надеюсь, мы с вами еще когда-нибудь поиграем в эти вот классные интеллектуальные игры. Удачи вам сегодня и хорошего настроения.